Сегодня 28 августа 2017 года, и стартовал мой эксперимент по обработке аквариумной воды Сайдексом. Сайдекс — это такое средство, которое устраняет водоросли, так называемую бороду, на растениях и предметах ландшафта. Можно видеть на коряге, на мангровой, производные водорослей. Это такое состояние после механической очистки. Непосредственно саму бороду можно наблюдать на термометре. Вот ее остатки. И части водорослей, которые уже побагровели вследствие обработки до эксперимента с Сайдексом альгицитом. Это производные Сайдекса. Но так как его просто невыгодно покупать, приобретать, мы вот пробуем Сайдекс. Видно небольшое помутнение в общем и целом воды в аквариуме. Ну, пока на этом все. Будем следить за новостями, как будет проходить непосредственно процесс обработки аквариума от различных видов водорослей.